кота обнимаешься и влюбился. Ну, это когда кто-то на друг друга женится. Любовь – это когда дарит подарки. Любовь – это когда любишь своих родных, а еще обнимаешь, целуешь и поздравляешь их с любовью. Не знаю, у меня собака есть. Да, только у дедушки, у папы и у дяди. 20 лет. Когда уже вырос, будет 720. Не толстые, хорошие. Обычные бешеные. Мне нравятся. Мне нравится только немножко спокойные. Наверное, блондины. Даня, Юра еще мой друг, Саша. Саша, я хочу по ним жениться. Саша по такому росту. Светленький, как и я. Я хочу выбрать Даню или Сашу. Потому что Саша меня приглашает в гости, а Даня что-то мне приносит. У меня работа будет. Вообще, про ней встречают 18, а 20 женятся. Ну, если в тебе ребенок ни от кого, то просто мать-одиночка. Вообще нормально. Жениха. Но вообще, они всегда такие противные, то расстаются, то непонятно что. Надо жениться только когда вырастешь и станешь взрослым. Я знаю, жених одета как джентльмен, а женщина одета в каком-то белом платье. Свадьба – это когда первый самый главный поцелуй. Это самое главное. Кидают букет, кто словит, кто непонятно что делает. Короче, я была на свадьбе, и там было 150 человек или 130 человек. Какой-то Егорик и какая-то Катя. Ну, там у них был праздник, шарики такие в белом. Да, они там праздновались. Пижамные вечеринки были там. Ну, может быть, кто-то сделал плохой поступок. Бывает, кто-то сделал неприятно. Потому что что-то не поделили. Например, они, может, поссориться через деньги. У того 3 тысячи, а у того 1 тысяча. Должна быть там 2 тысячи и там 2 тысячи. Если ребенок балуется, если им что-то не нравится, только Ярослав меня бьет. Ярослав – это мой брат, он в садике. Он меня кусал, потому что мы поссорились, кто лучше, боксер или доктора. А я дал за докторов, а он за боксера. Могут быть жить до старости, которые не поссорились. А могут поссориться и старые. Бесконечность. Бывает, даже через месяц разводятся. Еще и 100 тысяч, миллион миллиардов лет. Глаза черные, официанткой. Я бы хотела, чтобы он мне, когда я выросла, подарил мерседеску. Полицейским. Конечно, выше, чем я. Вообще, самая низкая я в школе. Подарки что дарил. Выглядел как мой папа. На работу бы ходил, а я буду доктором.